Как подарок за долгие зимние месяцы, в первый день весны в Нижнем Новгороде солнечно и сразу на улицах и в парках много прогуливающихся. Люди явно соскучились по весне и настроены на нее позитивно. Хорошее настроение, солнце дает возможность от тех мыслей, которые всех нас сегодня, наверное, одолевают, от них избавиться, поскольку весна – это начало жизни. Хорошее настроение и хороший день. И всем желаем это же. Солнце действительно поднимает настроение, вот только до настоящей весенней погоды еще не скоро. Как сообщил нам ведущий метеоролог Гисметео Леонид Старков, в целом первый весенний месяц будет солнечным, осадков будет мало, но по-настоящему теплыми мартовские деньки станут лишь во второй половине месяца. Отличительной особенностью вот такого характера погоды является капель, поскольку крыши домов, стены домов будут нагреваться до положительных значений, и лежащий на них снег, а зима получилась снежная, будет подтаивать, талая вода будет стекать на тротуары, ну а подстилающая поверхность земля все-таки еще преимущественно с отрицательной температурой, особенно на теневой стороне дорог. И вот там она будет замерзать наледью и гололедицей. Вот это коварное явление, ну, по счастью, не повсеместное, оно будет с нами сохраняться большую часть марта. Когда же наступит метеорологическая весна? В среднем многолетнем это происходит в последней декаде марта, в 20-х числах. Прошедшая зима запомнилась обильными снегопадами, но сильного половодья при этом, по прогнозу метеорологов, не будет. Солнечные лучи уже начали прогревать землю. И, конечно же, все живое. Весна пришла, дорога ей открыта. Служба информации Наталья Лисова, Ренат Бикбаев.